93-летний житель села Петерфельд Кызылжарского района получил вакцину против коронавирусной инфекции. Ветеран труда считает, что здоровье – самое важное в жизни человека. Как сейчас чувствует себя дедушка, узнала наша съемочная группа. Ануарбек Жакупов каждое свое утро начинает зарядки и небольших физических тренировок. Ни дня без спорта. Родился в 1928 году. Ветеран труда. В 1949 году призван в армию, в которой прослужил 6 лет. А сразу после начал свою трудовую деятельность в совхозе Целинный района Мохжана Жумабаева. Проработал 40 лет. Сегодня проживает в селе Петерфельд. Ануарбек Ата после полученной прививки чувствует себя отлично. Побочных эффектов не наблюдается. Приехали тут, забрали меня, сделал укол. Вот 3-4 дня, Аллах Тагала, ничего. У дедушки 5 детей, 3 дочери и 2 сына. Коронавирусной инфекцией никто не болел. По их словам, отец очень щепетильно относится к своему здоровью, поэтому изъявил желание поставить вакцину, а они его охотно поддержали. Затем его обследовали врачи и дали добро. Ну, думаем, вторая вакцина тоже поставим. И думаем, что это правильное решение. Да, я буду планировать. Сейчас посоветуюсь. Еще раз пойду в амбулаторию, все эти анализы все проверят и буду ставить вакцину. К слову, в мае в Петропавловске сделали прививку от коронавируса 94-летнему ветерану Великой Отечественной войны. На данный момент 90 816 человек в области получили первый компонент вакцины. 62 431 житель получили оба. Мадина Нуркина, Анатолий Белонок, служба новостей.